Здравствуйте, уважаемые жители Республики Азербайджан. От всего сердца, от всей души, по просьбе ваших земляков. Я написал эту песню и стихи и посвящаю его вашей стране и вашему народу. От всего сердца я желаю, чтобы Всевышний хранил ваши дома, хранил вас, ваших детей, ваших близких, чтобы ваша страна процветала, ваши дети были сильные, умные, вы были все живы и здоровы. Храни Всевышний ваши дома. С уважением, Вова Курский. Месяц светит над мечетью и хранит Баку с душой. От души с большим приветом этот город непростой. Непростой своим убранством и своей теплотой. Раскрывается учтиво он своей красотой. Баку, я не забуду это солнце и страну. В Гянджу еще вернусь и там спою. Пою о том, как здесь красиво по утрам. Баку, большой привет и всем салам. Ленкорань, красивый город, Каспийских пляжей красота. Горталышских небосводы встретит сердцем и гинжа. От Шики до Загадала, от Шардаш до Габала. И мечеть Биби-Эйбета греет душу о тишгах. Баку, я не забуду это солнце и страну. В Гянджу еще вернусь и там спою. Спою о том, как здесь красиво по утрам. Баку, большой привет и всем салам. Людям всем Азербайджана я желаю от души, чтобы жили только в счастье, и Аллах всегда хранит. Эти горы, небо, землю, смех домам детворы. Процветай, страна и месяц, над мечетью ты светишь.